Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Мы продолжаем выживать. 86-й день выживания, мы питаемся уже личинками, гусеницами, человеческим мясом. Сегодня мы будем пробовать. Да, друзья, буквально осталось чуть-чуть. Бери вкусняшки, бери попкорн, и наше выживание продолжается. Наступает у нас 86-й день. О, лягушка, кстати, пора ее есть. Стреляй! Попал! Сырую лягушку я сейчас съем. Будет отравление? Погоди, еще одна лягушка? Как так? С этого же места еще одна лягушка. Обалденно. Прикольно. Пойдем делать. Закончим сейчас для воды сборник. Мне нужна за вам. Ой, погоди, а как с нашим костром? Он, по идее, потушился, да. Потушился. И залу я не смогу забрать с него. Печально, сырое место. Мне приготовилось мяском. Так, длинные палки есть. Пойдем-ка сейчас бегаем. У нас есть еще длинные палки, короткие палки. Все дело нам катаем, заберем. Наше выживание продолжается. Спасибо твои комментарии за лайкосики. Огромное спасибо. Читаю твои комменты и удивляюсь. Как желаешь ты мне смерти? Как ты ждешь, когда я сдохну? Но не тут-то было. Понимаешь, я готов отдать бой, отдать свою жизнь, чтобы выжить в зеленом аду. А осталось буквально чуть-чуть, но мне нужна зала. Вот в чем проблема. Сколько осталось? Одна штучка? Да, одна штучка и готово. Я готов прожить эти 100 дней до конца, дожить и показать, насколько здесь сложно было в начале и насколько стало проще, когда у тебя больше уверенности выживания в зеленом аду. О, максимально все забил. Шишки есть. Мне нужно еще, кстати, бананы. Шишек не вижу. Мне нужно найти местечко, где у нас растут бананы. Они с той стороны, я помню. О, кто-то пробежал. Рыбка такая шустрая. Видишь, какая шустрая. А это случайно не пирожку? Нет, не пиранья? Не кусается? Вроде не кусается. А, мне нужна зола. Сейчас костер потух. Можно, по идее, его разжечь. Сейчас его можно разжечь вновь. Так, изготовить. Нет, погоди, не изготовить. Нужно сперва взять, вот так, туземный разжигатель, потом кинуть уже сухой лист. Да, проблема, конечно, будет с золой, но можно сделать печечку. Печечку, и там будет уже закрытая печка. Пускай дальше прогорает, видишь, он дальше будет прогорать. Мясо пускай готовится, я пошел за бананами. Бананы, кокосы. О, валяет сколько костей. Костей реально... О, туземное копье еще. Ой, стрела. Стрелу мы заберем. Тогда сражался. Здесь бывают пауки. А, смотри, сколько здесь бананов. Смотри. А, пауки тут есть. Где паук? Вон, кажется, зашел, да? Не вижу. Где паук? Я хочу съесть паука. Я ел скорпионов. Я хочу сейчас съесть. А, вон паук. Вижу паука. Вижу паука. Он какой-то маленький, суши. Бывает гораздо больше. Забери копье. Он реально какой-то маленький. Я сейчас съем его. Ну, бей копьем! Бей копьем! Да не бьет, зараза.
Он реально такой мелкий. Да, я не могу попасть в него. Заберу кострю. Нужно чуть ниже стрельнуть. Ау! Реально дикарь же какой-то. Да я его копьем сейчас. На тебе копьем. Да какой живучий, к черту. Маленький какой-то. Он бывает гораздо крупнее. О, я не понял. Я не понял. Стрелу мне. Я попал в нее. Я ж попал. О, сдохла. Ящерица. Здесь выживают 3 дня. Здесь ни разу не видел ящерица. Так, ну я хочу воду. Я хочу реально много воды. Мне нужно зава, пускай костер прогорает. Но если будет часто... сколько здесь всего нахватал-то. У меня много палок, мне кажется, да? Вот здесь будет местечко на, для палок, кстати. Сейчас мы все это дело выкинем. Мне потому что все это дело не надо. Мы еще принесем сюда. Это дело пригодится позже. А пока мне нужны длинные палки, пока нужно мне глиняные. Кирпичики, мясо практически приготовилось. Хорошо. Пойдем. Длинные палки нужна еще одна штука. Сейчас мы наберем еще и коротких палок. И нарубим как раз еще длинную палку. О, бананы. Кстати, я не съел бананы. Я их взял, но я их не съел. Сейчас нужно скушать. Смотри, здесь тоже есть крупные бананы, видишь? Еще одно дерево, крупные бананы. А, здорово. Но тут нет крокодила. Там какой-то водопадик, кстати. Мы потом, конечно, все дело осмотрим. Осмотримся. Так, мне нужна всего лишь одна длинная палка. Сейчас мы это дело нарубим. А, давай-ка, рубим. Топорик пока рабочий. 30% у меня еще есть на нем. Вот это да. Берем длинные палки. Бревна берем и длинные палки сейчас принесем. Рыбка, подожди, я еще порыбачу. У нас еще много времени с вами, друзья. Так, чистая вода. Водичку мне надо, потому что с водой реально проблем. О, я хочу шишки, бананы хочу. Съесть. Это съем. Так, шишка тоже нужна. Шишка тоже. Бидон съесть. Так, у меня много вот этих, знаешь, испорченных грибов. Вот испорченные грибы я есть не буду. Я понимаю, в пределах разумного. Съесть личинки, гусеницы, я еще это понимаю. Но грибы, это понятно, пищевое отравление, это неинтересно. Вот съесть паука, скорпиона, это будет интересно. Да, мой друг, интересно тебе? Посмотри, как я буду блевать. Так, даже хорошие грибы выкинем, пускай питаются насекомые. Вот, местечко освободили, видишь, как офигенно. Так, мы ждем человеческое мясо. Все, очистим, все чудесно. Этот гриб тоже мне не нужен. Мясо приготовилось? Ах ты, зараза, еще не готово. Так, у нас давай. Очень долго прогорает костер. Пойдем брать длинные палки и заканчивать наш бидон для воды большой. Чтоб водичка наша собиралась. Так, заберем, наверное, короткие палки и заберем длинные палки с собой. Что, ходить по 20 раз? Ну что я тебе скажу? Мяса у нас много. Мясо 1 день 19. Мясо... О! Ящерица. А я хочу гусеницу. Вот, видишь, здравомыслие падает. Потом, сейчас мы скушаем мясо человеческое и посмотрим, что с нами будет. Я буду колбасить. До утра, походу, колбасить возле унитаза. О, длинные палки, кстати. 3 штучки есть. О, 4 штуки. Сейчас заберем все. Так, грибочки заберем. Забирай. Короткие тоже пригодятся. Шуршит кто-то там. Так, все, забираем длинные палки. 3, да? 4 нету. О, 4. Все, 5. Ох, 5 есть, обалдеть. 5 палок выкинем в лагерь, пригодится. А вот здесь будет местечко наше для палок. Так, все, скинули. Так, ну, длинная палка 1 штучка. А все готово, и нужны кирпичики. Так, у меня с собой золы нету, как и понимать, да? О, кстати, жаба. А давай-ка... А, не, погоди, уничтожить, добыть. А, добыть мясо? Ну, сырое мясо, это, понятно, будет пищевое отравление. Я хотел съесть ее целиком. А, какой живодер, да? Над собой. Я хотел съесть целиком жабу. Ну, давай ее пожарим. Давай лягушачьи лапки мы сейчас пожарим. Так, миску бросаем сюда. 3 куска мяса, 1 день, 18. О, опять дождик наступает. Кстати, а можно здесь поставить какой-то навес? Навес, можно? О, смотри, можно впендюрить навес.
Слушай, реально тема. Тема. Сейчас будем заниматься этой темой. Каркас из бревен. Длинные палки и веревка. О, все, дело пошло. Смотри, мы впендюрим здесь, а потом будем ставить. Сейчас потушится, да? Он потушится. А, зараза. Давай толстые бревны, палки. Давай толстые палочки. Ну, пошло дело. Три у меня уже есть. Офигенно. Так, давай, ставь. Раз, два, три. Ставься. Еще одну, потом длинные палки, которых я уже, по идее, принес. Человеческое мясо уже будет готово, как раз, когда мы закончим все это дело. Так, сразу пьем воду. А можно взять глину. Мы сейчас замораемся слегка. Взять глину. Завы пока не будет, но не беда. Так, все. Нужна зава, которой у меня, по идее, нету. Пойдем искать еще одно толстое бревно. Я рубил, я уже уносил. Так, мы заберем, наверное, эти палочки здесь, которые я не забрал в прошлый раз. Так, все, не хватает места. Так, есть еще деревья. Деревьев много нарубил. О, есть деревья. Толстые деревья. Так, пауков я не слышу. Змеюк здесь пока что тоже нету. Это хорошо. Не хватает. Ух, толстые бревна забираем. Длинные палки есть еще. Потащили мы обратно. Ну что, наш лагерь продолжает здесь выживать. Понимаешь, мы уже обустраиваемся, уже что-то. У нас уже, по идее, по карте есть 4 места для выживания. Ну, реально прикольно, да? Так, длинных палок там сколько надо было? Ну, кажется, 4 штуки надо, как раз по периметру. А нет, здесь 5 нужно, походу. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Там есть еще 2 длинные палки и веревки, которые у меня, по идее, ну, есть. 4 штуки, наверное, нужно веревки. Как раз по углам. Так, я не выкинул палочки. Так, где я... А, вот рубил я. А есть у меня местечко для этих палок? А, есть у меня. Бля, мне тоже нет. Место закончилось. Так, заберем веревки. А я не смогу забрать пока что. Все. Туземцы, я вас жду. Я вас жду. Готов с вами сражаться. Готов вас, знаете, истреблять и есть. Да, мы сейчас попробуем человеческое мясо. Сразу 2 куска зайдет мне. Я думаю, не будет, знаешь, пищевое отравление не будет, потому что она приготовлена, это мясо. Во-во-во-во-во, готово, смотри, обалденно, да красота, да? А, все готово, да? А, готово, все, осталось сделать навес. А, выкинем здесь. Осталось сделать навес, сейчас мы сделаем, посмотрим, что у нас по книжке. Так, по книжке у нас идет. Мне нужно сделать каркас. А, у нас есть вот такой каркас. Прикольный, кстати, смотрится. Делал я уже избушку, друзья. Вот. Банановая. Пальма. А я хочу сделать из глины. Я делал из глины. Ну, прикольно, конечно. А, где глина? Глина вот тут находится. Хочу такую сделать стенку, кстати. Да, хочу такую сделать. Такая прикольная будет. Костерчик. Реально будет прикольно. Сейчас, погоди, все по порядку. Сперва нужно сделать нам навес. Вот, есть вот такой. Во, навес. Из глины будем делать. О, дело пошло. Теперь мы делаем стенку. Видишь, как все сложно. Ну, все интересно, мне кажется. По мне, да. Так, стенка. Это двери, кстати. Это двери. Двери не будем. А стена. Вот, такая стена. Потом поставим туда в пиндюрем уже для костра. Да. Это дело надо будет, конечно, все убрать, разрушить. Мясо все готовится, не может приготовиться. Так, сделаем сейчас из глины. А как я сделаю кирпичики столько много? У меня нет завы столько много. Не, погоди, это дело не канает. Это долго дело. Давай из пальмы просто сделаем. Давай делать просто из пальмы. Хибару такое. Так, навес. Пальмы. Наверх нам. О, все. Листья пальмы 16 штук. Ну, пойдем искать. Смотри, как вырубилось уже все. А, вон пальма. Вон пальма. Пойдем рубить. О, кокосы. Добыть из кокосика. А, сразу добыть. Так, пальма. Вот пальма уже пошла. Пальма. Мясо человеческое приготовилось. Наверное, уже. Пиявки появились, тоже здорово. Так, давай-ка пальма. Пускай будут у нас хибары не из глины. Я уже делал, по идее, из глины. Пора уже сделать что-то другое. Так, а руки грязные? Нет, чистый, будем есть. Так, добыть. Съели. И тут осталась мне глина. Там нужна глина, нужна мне за вас срочно. Мясо практически приготовилось. Пиявку сейчас мы уберем. Так, пиявки. Сосуд кровь. Здравомыслие падает. Сейчас скушаем мясо.
Нам хана будет. Нам... Ой, тут шишки. Здесь шишки, здесь я трогать не буду. А мне нужно... Туземцы. Туземцы. Где, где? Погоди, покажи мне туземцев. Так, 38 килограмм. Где туземцы? Оле-оле, ты где, зараза, ты какой? Вот туземцы, смотри, сколько их, двое-трое. Давай залезем на камушек и осмотримся. О. А, здесь плохо видно. Их там двое точно. Пойдем поздороваемся, слушай, давай не будем сразу убивать. Нужно справа поздороваться и понять. Но у меня мало энергии, мне нужно мясо съесть. Срочно съесть мясо. Съесть, во-во-во-во-во, пошло дело, смотри. Я сейчас наемся перед боем. Во, я наелся перед боем. О, да. Так, второй у меня аук, и тут у меня копье. Мы сейчас кинем топорик, томагавк. О, смотри, копьеносец. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бом. Прям затык, на, держи тебе копье. Ну что, ты еще живучий? Там еще стрелы с этим. На тебе, он сдох. Оп, хорошо попал, хорошо попал. На тебе, хедшот. Ну, давай сдохнем. Ну, третий стрелок, да он сдох уже. Разгадали мы всех. Кто здесь еще туземец? Дамы и господа. А всех убили, всех уничтожили. Хорошо полетел топорик, да? Топор обалденно. Кстати, уже два туземца. Приходил сперва один туземец, проверял. А здесь пришло два туземца. Забираем стрелы, забираем оружие, кстати, костяной нож. Ну, ножик у меня, в принципе, есть. Какой ножик у меня, кстати? Ой, у меня какой-то металлический. Да к черту его, выкинуть его. Где мой хороший такой, туземный? Потерял что-то. А, вот он, взять его. А, это гремит. А лук туземный. Некуда впендюрить меня, знаешь. Так, ножик нам сюда. 100%. Давай заберем в лагерь, Стюша. Давай реально заберем. О, шишки упали. Мясо мы забрали. Давай отнесем мясо. Мясо отнесем. Там человечина уже приготовилась. Сейчас мы покушаем человечину. И придем сюда за вторым нашим воином. Кстати, листья пальмы. Можно, в принципе, нарубить. Где мой томагавк? А у меня нет томагавка, даже нарубить. Ну ладно, заберем это листья пальмы. Мы сейчас отнесем оружие. Можно еще одно копье забрать. Так, выкинь листья пальмы. А заберем копье. И пойдем отнесем оружие, выкинем. Заберем наш томагавк, еще одно копье. Ух, сколько копий здесь у меня уже появилось. Ну что, мы продолжаем выживать. Продолжаем убивать. В зеленом аду на 86-й день выживания. Делаем навес, листья пальмы сделаем, и будет костер наш вечно гореть. Так, 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 нужно выкинуть. Нужно выкинуть. Мясо приготовило. Смотри, я обещал тебе в этом ролике будем есть мясо. Так, выкидываем все палки здесь. Много килограмм это все дело вешает. Мне пока что все дело не надо. Видишь, как профессионально выкидывая. Так, мясо человеческое выкинем вот здесь. Оно у нас есть уже. Следующая партия мяса. А, выкинем, выкинем. Тут добыть. Две кормушки будет, чтобы набиралась вода. Добыть. Сейчас вернемся. Выкинем оружие. Все, добыли. Две мисочки для воды. Выпить, выпить. Давай эти миски расставим в одно местечко. Потому что они разбросаны у меня. Неудобно. Здесь выпить и забрать. Не забирается. Ну, можно, в принципе, вот так переместить. А где там было еще две миски? Где-то тут были две миски. Потерялся. Потерялся. А вот мисочки. Водичку, водичку нам чуть левее, вот сюда. Все, миски сейчас накидаем. Так, вот так. Чуть правее. О, о. Все, в одном месте, пускай будет. А кости. Кости тоже в одно место кидать. Где? А, пускай будет здесь, ну, наши кости. Кости, выбрасывай все косточки. 22 килограмма, 21, нормально. Мяса нету, все, есть. Оружие нужно тоже где-то приспособить. А, оружейное у нас будет где-то вот тут. А. О, оружейное, давай выкинем. А, копье и лук. Так и так. Можно еще одно копье. Все, пойдем забирать. Пока не стемнело, нужно забрать там, расчленить. Так, палочки можно забрать с собой. А где? Где туземцы сидели? О, лягушка. А где сидели туземцы? Перушки, перушки валяются. Так, туземцы, вы... Ой. А где туземец? Погоди. А, вот он.
Пардон, я потерял тебя. Это точно ты? Мне казалось, возле камня он валялся. Вон стрелы мои торчат. Все нормально. Все нормально, мой земель, значит. Я его убью. Так, эти заберем. Косточки, все забираем, идем отсюда. Ой, места не хватает. Ни черта места не хватает. А, все забрали. Что там блестит? О, шишки упали, да? Или кокос упал? Шишки, шишки. Туземцы поют песни, я их слышу хорошо и готов сражаться. Видишь, как я приготовился, наелся мяса, энергии прибавилось, и я смог кидать копья. Без остановки. Кстати, большие камни, они пригодятся. Давай заберем его с собой. Потому что, чем здесь строить? Кстати, фильтр для воды нужны камни большие. Ну, мы в джунглях, и здесь камней пруд-пруди. Ну что, пора пробовать человеческое мясо, да? Да, мой друг, ты готов? Давай попробуем. Сейчас я выкину все это здесь, выкину. Лягушку можно добыть, чтобы здесь не мешалось она. Стрелы есть, копья есть, все, забрал томагав. А где мой топор, кстати? Мой топор куда-то улетел. Навсегда. Палочка есть у нас. Мне нужно 3 косточки и веревка. Сейчас сделаем новый томагав. Так, изготовить. 3. 1 палка и веревка. Так. Погоди, я не понял. Я все верно бросил уже, да? 2, что ли? Или 3 я бросил? А, какая разница? Сколько? 100%? 68%. Еще не хватает одного копья. По идее, нужно таскать 2 копья. Одно я бросаю, а второе я защищаюсь. Так, берем копье. Все, мы взяли. Нужны длинные палки, нужны листья пальмы и сверху сделать. Но я хотел попробовать человеческое мясо. Вот есть мясо человеческое. О, человеческое мяско тут есть. Пускай пока валяется. Вот так выкинем. Так, мясо пускай здесь. И давай пробовать. Так, мы заберем все это мясо. Сколько у нас по времени, интересно, будет храниться это мясо? Сейчас мы заберем все мяско. Так, это мясо. Ну, сперва мы попробуем, слушай. Давай попробуем. Насколько она будет вкусная, насколько она будет эффективная. Человеческое мясо пробую первый раз в этой игре на 86-й день выживания. Я даже не думал, что стану таким дикарем. Мне маленько очково. Но, знаешь, сушеное мясо 5 дней уже деваться некуда. Неизвестный, а эффект. Здравомыслие минус 35. Что это такое? Что за паника? Смотри, здравомыслие упало у нас ниже плинтуса. Видишь, красный огонек слева внизу. А мне мало оказалось этого, понимаешь? У меня что-то падает, я пить хочу мясо съесть. О! Обалдеть! Смотри! Я реально тут здесь, смотри, как. Смотри, ни черта не видно. У меня здравомыслие, по идее, упало на 100%. О, бросай копье! На тебя! У меня мурашки по телу! Я его убил, нет? Или это галюники у меня? Ох! Обалдеть! Это галюники, что ли? Ау, я испугался. Он так внезапно прибежал, так вмазал меня. Ух, он сдох? Где он, кстати? Я не понял. Это он был? Я с ума схожу, слушай. О, смотри, туземцы. Это туземец, да? Видишь, прям по курсу. У меня же реально мурашки по телу бегут. Обалдеть. А как обратно вернуть теперь здравомыслие? Нужно, по идее, находиться возле костра, по идее, спать нужно. Вон там туземец же, да? Слушай, давай я помолчу, ты просто послушаешь это. Это туземец. Это туземец, слушай. Стой, стой, брат. Я брат твой. Мы бежим через джунгли за туземцем. Это просто, знаешь, экшончик. Гаси его. Давай, убивай его. Ой. Вот это да, галюники пошли. Вот это да, галюники. Пруд пруди. Слушай, надо питаться нормальной пищей. А у меня нет нормальной пищи, кстати, я съел все сушеное человеческое мясо. Обалдеть, вот это меня штырит. Вот это меня колбасит. Ну я испугался реально, когда подбежал ко мне.
Слушай, а знаешь, а если прибегут их 10 штук сразу? Где вода? Мне нужна вода срочно. Воду. Нужно блевануть, слушай, нужно блевануть сейчас. Как можно блевануть? О, я знаю, съесть. Давай. Здравомыслие минус один, блевануть нужно, понимаешь? Все дело блевануть нужно и вывести из организма все это дело. Ну, полная дичь. Пойдем спать. А, нужно выспаться, реально, нужно выспаться, набраться сил. Все, блевотина наша прошла, проснемся в ночью. Ночью, ну, в принципе, хотя бы, знаешь, видно. Нужно разжигать костер. Обалдеть. Я не пойму, где будет настоящий туземец. Здесь реально не понять будет. Ну, пока быстренько делаем костер. Потому что близость огня здравомыслие поднимает. Хорошая пища тоже здравомыслие поднимает. Так, давай. Куда? Сюда давай. Все. Близость огня. Сейчас маленькое здравомыслие будет в порядке. Ну, голеники конкретные. Прет нас конкретно. Мясо есть. А можно человеческое пожарить еще? Ой, я личинку взял. О, можно еще человеческое мясо пожарить. Так, у меня все уже забито. Так, пойдем делать навес. Мне плевать. Это мое нормальное состояние, когда, знаешь, меня колбасит. Нормально это состояние. Нормально. Ну вот, листья пальмы. Сейчас нарубим, принесем. Пиявки появились. Пускай мне пиявки жрут. Давай я уже весь в листах буду. На сотый день выживания. 6, 7 не берется, все потащили. Вижу костер, дымок вижу хорошо издалека. Меня пиявки пускай жрут. Мне плевать. Так, листья пальмы. А еще 7 штучек. 2 ходки сделать и все. А, и готово. Как меня прет. Обалдеть нашего перса. На 87-ю ночь нас прет конкретно. Но смотри, я не унываю. Я пытаюсь строить еще базу. Сейчас мы сделаем навес, и костер наш будет вечно гореть. И еще один. Есть один. Один листок. Мне нужен всего лишь один. Ну, пойдем сбегаем туда же. Слушай, мне кажется, меня уже штырит. Знаешь, так реально пожить. Ты, если в дурдоме поживешь, ты сам превратишься в дурку, понимаешь? В каком компоте будешь вариться, такое и будешь. Я же с ума сойду. Но будем искать уже с ума. В новых роликах по зеленому аду. Чуть позже мы сейчас закончим. Сейчас мы еще погреемся у костра. Мясо еще покушаем. Нормально, здоровое мясо. Ну, мяса реально много. Человеческого. Слушай, а вот в следующем ролике, вот следующий ролик будет у нас, и я попробую съесть все это мясо человеческое. 4 куска мяса человеческого я попробую съесть. 4 куска мяса я это съем. Так, у меня прошла блевотина. Я хочу шишки, я хочу воду и мясо хочу. Я хочу мясо. Так, а сейчас мы накушаем. Смотри-ка, поднимается, нет? Здравомыслие, плюс один. Смотри, здорово, да? Но я попробую в следующем ролике съесть все это мясо. Так что не пропусти следующий ролик. Обязательно. А уже будем с вами прощаться. Спасибо, кто смотрел до конца. До новых роликов, до зеленого ада. Мы продолжаем, друзья. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.